видеообзор на ноутбук HP. Сейчас пройдемся по пунктам. Состояние корпуса. Здесь большие царапинки. В остальном все нормально. Экран целый. Здесь потертости. Со всех сторон просмотр. Всего лишь два USB порта, оба рабочие. Подключена мышка и флешка. Включим обратно. Матовое покрытие. Так, ну, рамка экрана. Зарядное устройство. HP в комплекте. Состояние хорошее. Вроде как не скрывалось. Розетка. Точнее, вилка тоже в порядке. Дальше осмотр модели. Так он стоит, это 65500, да, он стоит. Это новое. 84, а это, и у нас новое. Он не пользовался. Так, что там дальше? Не, они же разные есть, да? Покажите, пожалуйста, как выглядит зарядное устройство. Точно модель. Так, характеристики. Ничего так дешево он стоит. Вот, не знаю. Так, смотрите, процессор AMD 3020E. 4 оперативной памяти. Видеокарта базовая встроенная. И накопитель 256 гигабайт. Электропитание. При включенном заряднике. Так вот, при отключенном. Так, подключили обратно. Дисплей, монитор. Кристалл диск. Число включения 2 раза. Общее время работы 4887 часов. Состояние хорошее, 97%. Формат запустить не получится, потому что, собственно, видеокарта встройка. Вот. Видеоадаптер, базовый адаптер Microsoft. Клавиш. Здравствуйте. Все клавиши F-ки работают. Режим полет включился, отключим. Все клавиши полностью рабочие. Проверка звука.
слишком сильная музыка. Проверим микрофон. Проверка камеры. Раз-раз. Раз-раз. Все, камера, микрофон полностью рабочие. Что там дальше? Ну, все, на этом тест завершен. Проверим еще на белом фоне изображение. Никаких битых пикселей нету, засветов и того подобного. В комплекте идут только зарядные устройства. Так он выглядит.